Oriflame, безусловно, вдохновляет. Журналы, описанные продукты некоторые. Здесь есть интервью, есть советы. Нужна цель, вода, витамины, минералы, умные приложения, поддержка близких, яркая помада, белки, музыка, правильная обувь. И далее уже расписывается продукция. Есть интервью известных людей. Я здесь черпаю массу вдохновения. И вдохновившись этими же советами из одного каталога, да, я вклеила в блокнот. И у меня получилось, делюсь сокровенным, получились тоже цели, скажем так, такие подцели. Еще, то есть, и дальше я уже прописываю свою жизнь, зарисовываю, то есть, ну, как-то вот так у меня все красиво получилось. Oriflame вдохновил меня на создание такой вот книги, скажем так, книги жизни в какой-то мере, как говорит Светлана Керимова. В продолжение я хочу вам показать то, что будет менять мою жизнь на протяжении 30 дней. Первое — это антицеллюлитный лосьон для тела, им нужно пользоваться утром и вечером. Нанося массажными движениями, нашей основой являются витамины, питание. Поэтому в этот раз у меня от Wellness омега-3 комплекс. Ну и третий замечательный продукт, это моя любовь, просто неотъемлемая часть жизни современной девушки. Это масло для волос, пользование всякими разными утюжками, фенами. Вот в стрессе недостаточно полезное питание, воздух и все такое. Понравилось это, во-первых, дозатор, который распыляет. Распыляете масло на середину волос и на кончики. Второй плюс — это стеклянная баночка, стекло. Как вы знаете, в стеклянной таре продукт дольше хранится и, конечно же, его качество сохраняется. Эту серию Элио от Oriflame я уже пробовала. Безумно классно пахнущий шампунь, кондиционер. То есть серия действительно крутая. И, конечно же, я доверилась помощи эксперта Натальи, на которую ссылочку вы найдете под видео. Телефон, вайбер, все будет. Рекомендую, у нас сотрудничество более чем год. Здесь вот есть такая вот защита. Здесь 60 капсул. Вот такие они. Оно мне настолько понравилось, что я просто обожаю его. Очень-очень классно работает, действует на волосы. Как видите, сейчас мои волосы достаточно такие пышные, легкие, наполненные жизнью. Если вы куда-то идете, то только кончики, чтобы не жирнилась основная часть. Я очень полюбила применять его перед сном. А на следующий день, где-то в обед, к вечеру, когда я куда-то собираюсь идти, я смываю, мою голову. Очень довольна результатом. Поехали дальше. После плотного завтрака или в обед я предпочитаю пить омегу-3. И за короткое время, которое я его принимала, я сразу же ощутила заметную бодрость и энергию, потому что так как я вообще не ем рыбу, омега-3 мне особо нужен, потому что я работаю головой, и мозг мой нуждается в подкреплении. И эта подпитка соответствует цене, это не дешевая какая-то подделка, которую продают где угодно, это реально качественный, классный, сертифицированный продукт, который дает результат и ощущения на лицо. Энергия, счастье. Да, и водички пейте побольше. Лосьончик применяем каждый день утром и вечером. Втираем наши ножки массажными движениями. Целлюль у меня заметно уменьшился, потому что я делаю массажик. Помощь нам такой вот массажер, он для груди. Но он, посмотрите, как круто подходит для всех частей тела, особенно для боков. Будьте счастливы и красивы! Заботьтесь и любите себя!